Всем здорово, ребят! Продолжаем мы с вами играть в Сому. Наконец-таки уже с моей озвучкой, с микрофоном все нормально, все отлично. Так что поехали. Так, мы тут вырубили этот рубильник, да? Опустили. И теперь нам надо валить отсюда. Давайте, погнали. Так, что там у нас происходит такого? Давайте погнали наверх. Здесь так ничего не изменилось. Да? Здесь ничего не открылось, да, до сих пор вода плещет. Ну тогда погнали. Наше самое первое место. Ну да, сюда нам уже нет смысла идти, но... Вот мне типа тут писала подсказку, возьмите предмет, чтобы бросить. Значит, здесь, возможно, здесь нужно что-то разбить. Да, я зайти могу, но смысла. Смысла нет. Да? Ну, а что здесь можно разбить? Ничего, ребят, ничего. Поэтому давайте просто уйдем отсюда. Спокойненько. Бляха-муха. Припёр сюда, гад. Сюда идет, похоже. Давайте здесь спрячемся. Пусть пройдет. А ну тихо. Не ори мне тут. Куда же пошел-то? А может и вот в печь кинуть что-то вот туда вот. Давайте. Ну же, давай. Куда он пошел-то? Может, мне сюда вниз? Давайте пойдем вниз. А как он здесь открыл-то? Да, действительно, может мне... Как он здесь открыл? Как он здесь открыл, если... Так, закроем. Да, оно не работает. Не работает уже. Здесь уже нифига не работает. Что такое? Что такое? Тихо, спокойно. Все хорошо. Я так полагаю, мне не сюда. Скорее всего. Здесь я эту штуку уже трогал. Да, мне не сюда. Мне опять же нужно наверх. Наверное, мне не стоило сюда спускаться, но надо было как-то уйти от того чувака. Давайте зайдем сюда. Давайте зайдем. Нет. Здесь, ребят, ничего не открывается, поэтому погнали тогда. Я тут скоро поналаживаю штаны уже, блин. Это падла ходит тут. И как от него избавиться, я не знаю. Здесь только убегать от него, да? Здесь только мое оружие, это бег. Мои ножки. Они меня всегда спасут. Может, его вниз выйдет? Он там внизу потом бегает. Давай, дружок. Давай, свали. Тихонечко. Тихо, мой хороший. Тихо. Может, еще что-то смогу открыть? Нет. Центр связи. Я включил.
где же тут этот центр связи-то? Не знаю. Теперь нужно как-то до него добраться, раз я его включил. Ага, тихо. Куда ты пошел? Куда? А ну давай, вали вниз. Иди вниз, уходи. Подъем, уходи. Что ж ты такая подлюка, а? Можешь свалить? Куда он пошел? А, он туда пошел. Так, сюда мне есть смысл идти? Да, смотри, я включил. Я это включил. Теперь мне нужно как-то за собой дверь закрыть. Вот так. Вот эту дверь закрываю. Отлично. Избавился я от этого ложка. Вот это есть, наверное, центр связи, да? Скорее всего, да? Так, включаем, что-то такое. Требуется вот данных. Эпсилон, ну давайте. 2-2-0-1. Ой, 2-2-0-1. А вот это, по-моему, с лямбды звонило, да, чуть-чуть, да? 2-2... 2-0-3. Да. Ищем. Где-то здесь. Где-то, ребят, рядом. Вот. Отлично. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared, Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. This is all so strange. You're telling me. What was that? No! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are train trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Нормально, я буду ждать тебя. Ай, блин, shit, все водой заполнено. Shit, where do I? Where should I? Oh, fuck! Блин, как так-то? Нужно выбираться, блин, отсюда как-то. Ну, это не дело, ребят. Надо что-то как-то делать. Ёлки-моталки, сейчас задохнется. Давай, поплыли, чувак. Давай. Давай, просыпайся. А как это? Реально, он просто дышит в воде. Водой. Класс, ребята. Вот это клевая штука, конечно. Так, ну... Что будем с вами делать дальше? Ага, нам наверх нужно. Как мне туда забраться-то? Я не допрыгну. А, просто нажать взаимодействие. Давай, пошел. То, что я могу дышать под водой, это очень вообще
неожиданно прям. Так, а куда нам идти-то, собственно? Давайте по тропинке перейдем. Сюда, допустим. Давайте пойдем сюда. Lambda, find the shuttle to Lambda. Надо найти, надо. Так, нам определенно не в эту сторону. Блин, что-то игра начала больше лагать. Не знаю, что это за фигня. Ну давайте, так, здесь пройти можно. Ну давай, ты откроешься, не? Я же нажал кнопочку. Но, походу не работает. Да? Не работает. Тогда идемте сюда. Что у нас здесь? Да мне вообще нужно, просто буду идти гулять вот так по тропиночке. Надеюсь, я иду правильно. Так, это что такое? А, да, я иду правильно. Раз значок сохранения горит, значит, я иду очень даже правильно. Там что-то вдалеке горело, такое странное. Очень хотелось узнать, что это. А это что такое? Что это такое? Давайте посмотрим. Come in, Theta. You better answer me, Strasky. Да, если эти разговоры нам не особо нужно слушать, да? Это просто такая своеобразная история этих людей, да? Разговоры. Поэтому просто идем дальше. Просто идем. Чё это за... Куда? Так, я туда иду. Но здесь я еще не был, значит, я не хожу кругами, да? Так, я определенно не сюда. Блин, сейчас буду тут блуждать. Ладно, погнали туда. Давайте. Там тропинки просто дальше нет, ну. Давайте просто сюда. Просто идти напролом. Да. Давайте пойдем сюда. Эпсилон, эпсилон. Давайте пойдем по этой тропинке, вот нам. Включают свет. Спасибо, ребят. Спасибо, что вы меня освещаете. Ведь опять эта фигня. Это не та же самая, это, наверное, новую. Новая. Да, все, я правильно иду. Отлично, ура. Так, это что такое у нас? Надеюсь, ты откроешься. А, Эпсилон Б. А, не, нам на лямбду надо, да? Нам нужно на лямбду. Чё это такое? Чё я выключил уже? Так, тихо, ну оно ж мимо. Что такое? Что начинает что-то лагать, не знаю почему. Не знаю. Ладно, давайте. Идёмте в другую сторону. Нам нужно на лямбду, надо найти этот шаттл на лямбду. Ну что ж, будем ходить, ребят. Будем блуждать в поисках лямбды. Шлите сюда. О, спасибо. Так. Сюда, походу, нет? Просто будем идти. Фонари нас приведут в нужное место. Так, давайте сюда пойдем. Ты что вообще-то?
Нам не сюда определенно. Идем сюда. Что это такое вообще? Что это за штуки? Нифига себе. Где лямбда? Долбанная. Скажите мне, пожалуйста, где эта лямбда? Я хочу знать. Я хочу знать. Капец, я уже запутался, куда мне идти-то? Блин, что это такое, ну? Это несправедливо, разработчики. Что вы творите? Вот такую фигню, блин. Вы бы еще больше сделали здесь карту. Чтоб я блуждал здесь и искал эту фигню. Что мне больше делать нечего. Такое чувство, что нечего. Так. Ладно. Будем идти. Будем идти. Так, тут фонари уже повключались, значит, здесь я уже ходил. Тут я уже блуждал. Кораблик. Вон этот робот. А вот Апсилон Б, да? Да. Ну, что это такое? Ну, мне не сюда вообще надо. Вообще не сюда. Куда ж мне идти? Давайте просто будем идти. Просто идти. Куда глаза глядят. Так, вон фонари горят. Я там был. Значит, пойдемте в эту сторону. Да, там тоже горят. Ладно. Пофиг. Пофиг, пофиг. Идем, идем, ребят, идем. Давайте сюда. Идем сюда. Что это такое? Ты кто? Может, ты мне покажешь путь? А? Дружок, покажи, куда мне надо идти. Давай, приведи меня на путь истины. Давай, давай, давай. Куда мне надо? Куда мне надо? Определенно не сюда. А? Куда он летит? Друг, ты куда? А, он просто себе плавает. Ну, блин, гад, я его освободил, он себе плавает. Нет, чтобы мне дорогу показать. Нет, так он будет плавать. Ладно. Я тебе припомню это. Я тебя прибью просто кулаками потом. Побью просто до смерти и забью. Так, давайте, куда мы там шли, были? Вот, вот сюда где-то. Сюда. Я его, блин, освободил. Камни убрал. А он мне даже спасибо не сказал. Какие вежливые роботы. Так, вон уже вижу фонарь горит. Я тебя не боюсь, чувак. О, фонарик. Вот здесь-то я еще и не был. Это что такое? А здесь, как говорится, ничего особенного нет. Очередной тупик, ребят. Что ты хочешь от меня? Иди отсюда. Где он, рыбок-попугай? А меня не трожь. Блин, ну, не знаю, ребят, не знаю. Ну, будем ходить, говорю, будем ходить с вами, будем блуждать в поисках. В поисках грёбаного пути на лямбду.
Нет, нам не сюда. Я только сюда пришел оттуда, да? Значит, где-то вот там вот будем с вами искать. Значит, где-то там. Нужно искать какие-то темные места, где еще не горит фонарь, короче. То есть фонари нам дают знать, где я уже ходил, да? Так гораздо легче ориентироваться. Не дам. Не дам я тебе крови. Туалет. Сюда я не пройду, да? Вообще никак. Никакулечки. Вообще. Вот это, блин, капец. Как меня эта миссия радует. Вообще просто. Офигеть. Понятия просто не имею, куда мне идти. Вообще не представляю. Куда? Что? Блин, здесь запутаться можно. Вообще, ребят. Легче простого запутаться. Здесь тропинки заканчиваются, и придется искать путь там по траве просто бегать. Нет, чтоб, блин, нормально. Взял тропинку, сделал, и все, и ходи себе. Нет, нужно ее оборвать и дать игроку запутаться. Ну, это просто... Это гениально. Разработчики всегда знают, что делают. Куда? У меня сейчас психи просто бьют. Не знаю, куда, что. Капец просто. Так. Ну вот, куда? Здесь я был уже. Здесь горит фонарь. Я был. Везде был. Да я уже везде был. Ну, куда мне идти? Я не знаю вообще. Ох ты ж подумал. Тихо. А может ему надо от меня убить, а? Не знаю. А давайте попробуем. Ну давай, иди сюда, да. Бей. Так, мне не сюда. Так, да ну не сотри меня. Ой, капец. Буду ходить, буду блуждать, думать, куда, что. Вот куда? Ну вот я сейчас просто психую, ребят, просто. Я не знаю, сколько я здесь уже хожу. Меня уже это задолбало просто. Вот, блин, мания у разработчиков делать вот такую вот фигню просто. Ну зачем такое делать? Это ж невозможно просто. Как тут, что здесь искать? Здесь просто все запутано. Куда идти? Здесь потеряться легче простого. Здесь нужно часами блуждать, чтобы найти путь. И то, если ты... Вот, я опять сюда пришел. Ну вот как? Как тут быть? Я не знаю. Куда идти? Что делать? Не, ну что делать, я знаю, вот куда идти, это просто вот проблема. Капец. Чё там надо-то? Стоп. Что ты мне тут горишь, а? Что ты тут горишь? Я что, тебя просил гореть?
Ой. Вот что это за фигни стоят, а? Вот что это такое, я не знаю. Пойдем назад. Так. Ну, все правильно. Назад. Опять этот мутант. Вот как он меня вниз. Я просто иду назад, вот там огоньки горят. Ну вот, я здесь уже был. Может, мне все-таки прослушать до конца, я не знаю. Come in, Theta. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The field. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on. You got the power automated, right? The plant is safe? We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl! Aw, oh, shit. Alright, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. I'll head for the shuttle, the Aux. Good luck, Amy. Rooting for you. Отличненько. Мне это ни хрена не дало. Так, ладуськи. Вот что будем делать-то, а? Вот что будем делать? Куда идти? Туда, туда. Не знаю. Но сейчас будем с вами, ребят, разбираться.